Школа центра по вопросам перехода на цифровое ТВ заработала в Нижегородской области. Горячая линия работает ежедневно с 9 до 17. Глава региона Глеб Никитин отметил, что несмотря на активную информационно-разъяснительную кампанию по переходу на ЦТВ и отключению аналогового вещания, которую проводит Нижегородский филиал РТРС и правительство области, у жителей еще остаются вопросы. Напомним, что в декабре 2018 года был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения на последнем объекте региональной цифровой телесети – радиотелевизионной станции «Сураватиха». Теперь 98,5% жителей Нижегородской области имеют возможность смотреть 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения, первый и второй мультиплексы в высоком качестве, без абонентской платы. Крайне важно, чтобы переход на цифру был для нижегородцев максимально комфортным. Льготным категориям граждан правительство оказывает материальную помощь в приобретении приставки. В ближайшее время будет проведено обучение волонтеров, которые смогут помочь в подключении оборудования в муниципалитетах. Все уточняющие вопросы по этим направлениям работ, а также любые другие, касающиеся перехода на ЦТВ в Нижегородской области, нижегородцы смогут задать операторам колл-центра.